По ту сторону экрана далеко не все гладко. Ответственная и напряженная работа не способна превратиться в рутину, потому что каждый новый сюжет неповторимый, требует максимальной концентрации и отдачи сил. Чуть-чуть медленнее. Останови. Сейчас. Сегодня день телевидения. Оказаться на заснеженной пограничной заставе высоко в горах или посреди моря канализации, затопившего невезучий поселок. По волнам мчаться на Рабатской байде к острову или прыгать с разбега в студеную воду. Ну или прыгнуть с парашютом. В общем, в прямом и переносном смысле окунаться в гущу событий. Создавать эффект присутствия для зрителей, чтобы они, не выходя из дома, ощутили то, что происходит порой за сотни километров от них. Все это может телевидение в буквальном переводе, способность видеть далеко. Увлекательная и необычная профессия, ставшая не просто родом занятия, а образом жизни для меня и моих коллег. Телевидение – это не только констатация фактов. Иногда оно превращается в последнюю надежду, дает шанс достучаться до власти имущих. Потому что далеко не все, что существует в бумажных отчетах, в высоких кабинетах, подтверждается реальностью. Поздравляя коллег по цеху, хочется пожелать всем нам, находящимся по обе стороны экрана, хороших новостей и добрых информационных поводов, чтобы картинка на экране и за окном больше радовала, а не огорчала. Алина Багилова, Рамазан Казамбиев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала.